Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Форзафон, который продлится с 25 мая по 1 июня. Ну что, поехали! И первое, чем нас порадует новый Форзафон, это скидка 30% на все автомобили. Думаю, это отличный повод купить давно желанный автомобиль. Ну а мы переходим к испытаниям. И за первое испытание можно получить 55 тысяч опыта. Чтобы его выполнить, вам потребуется продемонстрировать технику крах 20 раз. Ну а для выполнения техники вам достаточно просто разрушать любые объекты. За следующее испытание можно заработать 55 тысяч кредитов. Для его выполнения вам потребуется любой автомобиль класса B. В эту категорию будут входить автомобили с производительностью от 600 до 700. Ну а чтобы выполнить это испытание, вам потребуется продемонстрировать технику скорость 10 раз. Просто постарайтесь разогнать эту колымагу до максимальной скорости и удержаться на ней. Чтобы выполнить последнее испытание, вам понадобится пройти на аукцион и купить или продать две машины. Все достаточно легко, просто выберите в поиске минимальный и максимальный выкуп. Мне хватило двух автомобилей до 50 тысяч, чтобы пройти это испытание. Ну а приз за последнее испытание — это Ford F-150 Raptor с бонусом на кредиты. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий Форзафон, который стартует 1 июня. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий!